Приветствую вас на канале Europe Way. Сегодня мы играем в Payday 2. Проходить карту будем подставу с картинами. Про джоб. На уровне сложности жажда смерти по штурму. Итак, мы взяли доступ на крышу, две пачки медика и одну пачку патронов. Играть я буду с пилой и дробовиком локомотив. Потому что для первого и второго дня будет полезно иметь пилу. Потому что мы проходим по штурму. Не будем тормозить, а сразу разобьем стекло и ворвемся в галерею. Я попадаю внутрь, мы видим картины. Как вы уже помните, нам нужно выносить картины, которые отмечены маркером Sold. Нету. Да что ж такое, пока ни одной картины не можем найти. Вот, одна картина найдена. Забираем ее. Вот еще одна. Две картинки мы уже нашли. Вот вы видите значок Sold. Рядом с той картиной, которую можно утащить. Так как мне довольно-таки жалко картину, я стараюсь распиливать ее, не повреждая ее. Хотя на самом деле пришлось бы распиливать довольно-таки хирургически. Но это же игра. Ищем картины. От меня зависит распилить все решетки. Так, патроны кончились. Схожу-ка я в туалет. Мы ж не просто так активы покупали, правильно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бульдозер. Ребята, помогите. Проходить подставу с картинами будет сегодня у нас 4 человека. Егорка, Смокер Текс, Чучо и Юрок. Меня подняли, я могу искать оставшиеся картины, которые я не успел распилить. Вот она. Пожалуй, это была последняя. Да, скорее всего, больше картин нету. Мы все пытаемся закинуть их на крышу. Я закинул две картины. Остальные мы понесем на себе. Уходить мы будем тоже через крышу. Чтобы на нас сейчас никто не напал, я кинул коктейль молотова. Пожалуй, самое лучшее оружие сдерживания.
смотрите-ка. Здесь какой-то вертолетик. Кстати, вы заметили, что одна картина находится внизу. Это тоже связано с рассинхроном, так называемой задержкой. Для одного человека она находится внизу, для другого картина находилась наверху. Максимальное количество картин, которые вы можете унести, 9 штук. Но это не означает, что все 9 штук будут присутствовать всегда на этой карте. Егорка сейчас закинет последнюю картину, проверим. Больше картин нету, и мы можем покидать эту территорию. Теперь мы можем перейти смело ко второму дню. Оружие я не меняю, проходим все точно так же. Единственное, мы постараемся вам показать немножко другое прохождение. Нежели как это было по стелсу. Потому что каждый раз мне хочется вам показывать что-то новенькое. Несмотря на то, что некоторые карты мы уже проходили. Все картины мы разложили. Ждем звонка. Отвечаем на него. А пока придется подождать. Вот вы видите решетку, через которую мы и попробуем пройти. Распилив ее при помощи моей пилы. Если вы первый день проходили по штурму, то второй день, скорее всего, тоже будет штурмовой. Вот здесь самое главное, когда кидаете картины, не выкиньте мешок с деньгами. Который вы получаете взамен картин. Итак, я приготавливаюсь распиливать. Вот смотрите-ка. Оп. Еще одно место. Опа, ай! Бум. Я немножко не рассчитал. И упал. Ну ничего страшного, друзья помогут. Мы находимся в канализации. Здесь довольно-таки темно. Зато на улице идет штурм, а мы можем спокойно пройти по этому месту. Довольно-таки безопасно. Но выходить все равно придется, поэтому как ни крути, пострелять все равно придется. Мешков больше нету.
А теперь немножко постреляем. Я попробую открыть эту дверь. Надеюсь, меня прикроют. Кидаем сумочки как можно ближе. Обратите внимание, что у нас рядом с машиной находится турель, но благодаря ESM турель сейчас не активна. Поэтому у нас есть время перекидать мешки. Никак не получается поднять Егорку. Ну, займемся мешками. Получилось поднять его. Такой был второй день. Теперь мы можем перейти к третьему дню. Пожалуй, самый тяжелый это третий день. Давайте приступим. Здесь я уже, естественно, не брал пилу. Она здесь абсолютно не нужна. Я взял дробовик «Локомотив». И снайперку. Сейчас что нам надо? Нам надо постараться найти карточку. Здесь есть три комнаты. В одной комнате находится компьютер, который мы и должны взломать. По штурму этот день проходит совершенно иначе. Сейчас мы бегаем и пытаемся найти карточку. Вот, чучо нашел одну карточку, замечательно. Но мне кажется, что мы не угадаем, в какой комнате находится компьютер. К сожалению, да, мы не угадали, в какой комнате компьютер, и поэтому нам придется еще и распилить. Дверь, в которой находится этот компьютер. Золото мы тоже уже не сможем унести, потому что поднялась тревога. Обратите внимание, как мы использовали карточку. Мы открыли дверь, которая находится чуть выше.
Это последняя комната, значит, в этой комнате и находится компьютер. А пока нам ничего не остается, кроме как сражаться. Мы нашли серверную, сейчас мы будем взламывать компьютер. И еще самая главная цель — это защищать два щитка. Если копы подойдут хоть к какому-то, то компьютер надо будет перезапускать. А это потеря времени. Вот мы нашли один щиток. Скоро, думаю, узнаем, где находится и второй. Так, до него копы доберутся. Очень долго будет происходить взлом компьютера, поэтому здесь идет конкретно не бой, а боище. Вот мы и нашли второй щиток. Для защиты щитков грамотно распределиться таким образом. Два человека защищают один щиток, два человека защищают другой щиток. Смотрите-ка, пока мы занимались одним, тут уже собралась неплохая толпа. Смукера довольно-таки сильно прессанули. Видимо, там такая нехилая толпа. Я позвал к себе смукера, чтобы мы защищали этот щиток. Опа! Какое-то чудище на меня напало. Мне очень понравилась эта снайперка Lebensauger, потому что у нее довольно-таки большой магазин из 10 патронов, боезапас 50 и очень хороший урон 175. Here.
если вы прокачали дробовики, то очень хороший дробовик — это Локомотив или Судья. Судья просто более скорострельный. Этим он отличается в основном. Снова ко мне подбежал Клокер в тот момент, когда я перезаряжался. Замечательно. Причем напал он на меня не сразу же. Вот вы можете заметить, что иногда из-за рассинхрона вроде как стреляешь точно, даже сблизи вроде как, а все равно не попадаешь. Поэтому данная игра требует довольно-таки хороший интернет. Особо бегать нам некуда, потому что основная задача — это защищать щитки. Будем выполнять эту основную задачу. О, как он хотел выключить щиток-то. Смотрите, нам осталось всего лишь чуть-чуть подождать. Взломаем компьютер. Ай-яй-яй, все равно электричество вырубили. Давайте-ка я включу компьютер. Десять секунд. Совсем чуть-чуть осталось. И, в принципе, все. Можно скрыться. Как увидите, прохождение третьего дня, подстава с картинами по штурму очень сильно отличается. Собирайся, народ, кто на выход идет. Нас ждет наш вертолет. Come with me.
кто на выход к нам придет. Тот увидит вертолет. Кто-то еще хочет повоевать немножко. Но все-таки мы все собрались в одном месте. И покидаем эту территорию. С вами был Юрок. Подписывайтесь на канал Юроплей. Ставьте пальцы вверх. До новых встреч!